Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем нашу запись. Мы с вами должны найти секретную лабораторию и передать третий том, собственно, вот этому вот чуваку, вот, который вот-вот-вот закрылся от всех, весь такой грустный, весь на чиличах, на расслабоничах. Так, давайте посмотрим, может быть, что-то здесь... Что ты здесь делаешь? Я же говорил, собирайтесь через канализацию пройти, короче, самоубийство. Пошел вон. А вот так? Что? Погоди, это моего папы? Я и не знал. В нашей квартире есть тайная комната, но где? Так, если бы я был ученым... Вот она дверь. Ну, она прям нарисуется, эта дверь. Что-то нужно нажать. Какая-то картина. Ку. Опа! Ну, это читаемо. Это прям максимально читаемо. Кот. Кот. Везде все сдираем. Здесь где-то будет кот. Тихо. Васька, не придавите. Опа. Добрый вечер. Время покажет. Я так понимаю, это и есть отход. Я раньше не замечал этот цифровой код. Как я мог это пропустить? Понятия не имею, какой здесь пароль. Ищем, 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 ищем. Включаем мозг. Всегда, что очень долго ищешь, на самом деле все намного проще. То есть где-то что-то, знаете, вот в крайне-крайне-крайне доступном и понятном месте. А для чего столько часов реально? А? Часы. Туда не запрыгнуть. Подождите, дверь, справа код. Ну, можно попробовать. 2, 5, 1, 1, ну, хз. Давай попробуем. За спрос денег не берут. 2, 5, 1, 1. Довольно простенько. Не скажу, что сильно замуторно сделано, но... Окей, пойдем дальше. А вот и секретная комната бати. Его, что даст, я думаю, ему очень надежду. Первый раз вижу эту комнату. Не могу поверить, что ему удавалось скрывать ее от меня все это время. Схемы. Должно быть, это для оружия против зурков. Папа всегда скрывал, над чем он работает. Он сказал, что в теории оружие должно работать, но его нужно испытать в реальных условиях. Он ушел из поселка и так и не вернулся. Внимание, контроль над зурками потерян, теперь они едят металл. Слушайте, ну это прям какая-то тайная, блин, лаборатория. Наблюдение, приятные звуки. Но полное отсутствие дружелюбия. Старые бактерии человеческих времен поедают все виды материалов. Совершенное зрение в темноте. Реагирует на интенсивный свет. Совершенное зрение в темноте. Обалдеть. Нашел здесь что-нибудь интересное? Что-то нужно найти. Понял, 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 понял. Пока что нет. Сейчас с вами поищем. Спасибо. Это должно лежать, но что? А ну-ка, секунду. Коробка. 100%. Она прям подсвечена.
Все, я понял. Коробки. Коробки еще. Вижу. Читаемо. Чуть-чуть прям внимание. Есть. Нашел здесь что-нибудь? Да. Спасибо, Дэнс. Спасибо. Погоди, я раньше уже видел. Это его трекер. Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел? Не могу поверить, что папа все еще может быть жив. Я так скучал по нему. Тебе нужно оружие против зурков, верно? Мой папа точно взял его с собой. Нужно только починить трекер, чтобы его найти. Кто-нибудь в трущобах тебе поможет. Иди за мной, я открою тебе дверь. Починить трекер, дальше найти батю. У бати с собой оружие. Возможно, батя жив, но маловероятно. Потому что, скорее всего, зурки его захавали. Если только он куда-нибудь не зашкурился и не чилит. Так, к Момо в бар 100%. Спасибо, родной. К Момо в бар. Так. Момо. Получается восстановить связь. Нашел что-нибудь интересное у Шеймуса? Интересное устройство, но поломанное. Может, кто-нибудь в поселке может тебе его починить? Ты спрашивал в баре? Ты что хотел? Трекер, я не знаю, как его починить. У бармена могут быть какие-то идеи. Понял. Чем я могу тебе помочь? Какой красивый предмет и редкий к тому же. Я знаю парня, который чинит подобные вещи. Он очень талантлив, просто немного... Ну, сам увидишь. Его зовут Эллиот. Его офис находится слева отсюда, рядом с магазином, который заведует бабушка. На двери повсюду висят таблички. Офис находится слева отсюда. Вышли. Слева. На двери... Везде висят таблички. Стучите в дверь и ждите, пока вам откроют. Хай. А кто? Эллиот. Помните откуда? Погоди. Еще челик. А вот он. Да, чем я могу помочь? О, отличный трекер, я знаю эту модель. Это такая-то модель. С помощью этого маленького гаджета можно отследить любого. Можно? Я знаю, как его починить, но когда я так дрожу, я даже клавиатурой пользоваться не могу. Не знаю, заболел я или еще что, но я чувствую себя неважно. Я не могу работать, когда так дрожу. Думаю, мне нужно одеяло, чтобы я мог починить трекер. Одеяло. А где может быть одеяло? Одеяло — это кровать. Одеяло — это кровать. Или нет. Блин, у меня всего одна банка, ребят. Так, бабуля. Надо понять теперь, где бабуля. Эллиот настоящий ипохондрик. Таких осталось немного. Это ему передалось от наших предков. Если хочешь, чтобы он взялся за работу, лучше принеси какую-нибудь одежду.
Одежду это здорово, конечно, но где мне взять, блин? Слышь? А где же мне... О, бабуля, наверное, да? Бабушка, я очень люблю вязать. Я так связала шарфов на 769 километров. Так, чтобы занять время. Если принесешь мне кусок электрического кабеля, я понял. Я смогу тебе сделать пончо. Ты меня вдохновляешь, но найти подходящие материалы здесь нелегко. Так, секунду, кусок кабеля... Кабель был на продаже у типа. Это я точно помню. А тип был... где-то он чилит. По-моему, где-то вот здесь вот он, да? Слышь, роднуль, а сколько у тебя кабель почем? Сколько ты хочешь? Блин, моющее средство. А где же мне найти-то тебя? Моющее средство, ребята, я не видел такого. Я хз. Моющее средство. Стоп, а вот этот чувак, он... У него чисто, ребят, бутылки, у него чисто такое все, вот, ну, максимально простое. Давайте, пока мы мимо проходим, отдадим ноты. Горит. Нужно найти моющее средство для меняльщика. Может, заглянем в прачечную? Прачечная. Чё-то где-то я пробегал мимо. Так, давайте быстро посмотрим. Этот чувак торгует. Там прямо тоже ничего нет. Прямо у нас понятно, что что-то где-то было. Прачечная. Где же она была? Это бабуля. Ищу робота, способного контролировать южный вход в безопасную зону. Так, это этого вход. Все, я понял. О! А вот это добрый вечер, кстати. Вот это просто халява прилетела. Просто на ровном месте энергетос. Подождите. Может, заглянем в прачечную? Как нам попасть внутрь? Я не понимаю, где прачечная. Очень странно. Какое-то очко вообще. Отсюда вообще, по-моему, пришел.
Папка. Вы сидят здесь, этот психический бар. Стоп. Прачечная. Налево. А где, ёпта? Вот она. 100%. Смотри, фиксируй. Вот она, прачечная. Так, это ты один из нарушителей спокойствия, играющий с ведрами с краской на крыше? Убери краску, я устал чистить крыльцо из-за наводимого тобой беспорядка. Слышь, ты. Ха. Не пускаем, да, котика? Богдану не рады, да, здесь? Богдан сейчас найдет. О. Как же здесь? А, ну эти время от времени у них ведро падает, да, я так понимаю. Ой. Моющее средство, быстрее ищем. Моющее средство. Может, день в полочках, да? Нет, вот оно, наверное, супер спирит, где-то вот здесь. Вот оно. От винта нахер. Так, есть. Дальше ориентируемся. Раз, два. Прямо. Сюда. 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 Стоп. Нет, дальше провод. Дальше провод. Провод с правой стороны. Think about it. Так, вымениваем провод. Да. Плюс кабель. Поехали. Пошел. Так, к бабке. Бабке отдаем кабель. По-моему, да, такая последовательность. Бабуля. Держи. Благодарю, мой дорогой. Я немедленно приступаю к работе. Так. Спасибо. Так, еще раз вспомнить. Перед бабкой, да, по-моему, где-то? А? Где ты это нашел? Выглядит просто потрясающе. Где нашел, там уже нет. Где нашел? Дай к примеру. Смотри, дрожь прошла, я снова могу работать. Спасибо, теперь я точно смогу починить твой трекер.
Дай взглянуть. Просто нужно обновить и кое-что. Вуаля! Ну вот, малыш, надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Удачи. Спасибо тебе, дорогой. Уважение. Это я понимаю. Так. Теперь, когда мы починили трекер, давай найдем Шеймуса и разыщем его папу. Чем быстрее, тем лучше. Шеймуса, он, наверное, дома. Шеймус. Стоп. Забыл, где Шеймус. Куда-то мы шли. В какой-то мы... Вот он. Тебе удалось починить трекер? Получилось? Ты его починил? Молодец. Давай сюда. Спасибо, ребят, за лайкос. На стрим, на видосик. Спасибо. Мне очень приятно. Есть сигнал. Неужели папа действительно жив? Не могу в это поверить. Будем следовать трекеру, может быть, мы и найдем Патю. Погнали, чё? Let's do it, как говорится. Родной бы шаг бы прибавил, я не знаю даже. Сейчас поскользнется, уронит. Куда же он ведет-то? Может, какой-нибудь проход есть? Ну вот, он действительно ушел из трущоб. Там опасно, но я должен быть уверен, что... А, мне нужно знать. Вперед! Пойдем. Ну что ж, друзья мои, попробуем найти батю, а вместе с батей и оружие против зурков. Не, ну это ожидаемо как бы было. Только дверочку надо за собой закрывать. Чувак, я-то попроворнее буду. Ты бы это... Аккуратнее, что ли. Только посмотри на все эти яйца зурков. Они же нас сожрут. Нет, я не могу. Я не такой быстрый, как ты. Зурки меня точно догонят. Вот, возьми этот значок. Папа его узнает. Он поймет, что ты его друг. Я открою тебе дверь. Не, ну здесь, кстати, правильно, логично, ребят, потому что он отлетит. Ну что ж, новые приключения, поехали. Только вот, ребята, где его искать? Это, конечно, вопрос. Смотри, какая огромная стена. Я помню... Это был символ, отделяющий жителей трущоб от жителей Мидтауна. Это и тот факт, что они продолжали бросать сюда свой мусор. Это ужасно. Может быть, именно поэтому у них ничего и не получилось. Так, ну, соответственно, бежать нам нужно куда-то сюда. Тупик.
Поехали. Здесь нужно будет... Надо быть архибыстрым котиком, чтоб тебя не захавали, бля! Скиля! Сука, не надо! Ёпта! Не надо, дядя! Дядя, не надо, бля! Жесть, 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 жесть! Нет, 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 нет! Что, 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 что происходит? Бля, куда залезать? Ёп, вижу! Не надо! На скеле, жестко. Раку. Так, стоп. Не то. Не то. Поехали. Ага. Ага. Прочитано. Здесь понятно. Кис-кис, кис-кис. Я барсик, ты барсик. Ой. Ой-ой-ой. Пацаны. Пацаны. Васёк. Ты живой? Живой. Чуси говорит, падение, все нормально. Док должен быть где-то рядом, осталось совсем немного. Тю, блядь, захромал. Ну конечно, улететь с такой. Минус одна жизнь. Отполезать лапку и все будет хорошо. Эть. О, все, нормально, нормально. Нормально, Васек. Васек, живи, мой хороший, в комментариях обязательно поддержать Васька. С первого раза. С первого раза к ста. Ага. Так. А что за тупичок такой? Нашел. Слушай, нифига он зашкурился. Эй. Или это не он? Ребята, это не он. Ученый, на которого я раньше работал, всегда говорил, что после выхода на пенсию хочет жить в маленьком загородном доме и рыбачить целыми днями. Конечно, в городе это было невозможно. Это никому не удавалось в течение как минимум 100 лет. А что если тогда доберемся до аутсайда, то найдем себе маленький дом с удочкой и кучей книг? Но сначала надо найти Дока. Да уж. Приуныл. Приуныл кто-то. Но мы не унываем с вами. Котейка наша жива. Так. Яйца вижу, зурков нет. Опа. Это рынок. Даже лагнуло немного. Так, спокойно. Начинаем изучать, значит, по левую сторону. Опа. Использовать предмет. Я не знаю, что здесь использовать, но явно что-то нужно. Электрический генератор, но похоже... Чтобы он заработал, требуется какая-то его часть. Так, очень... Что это нахрен было? Очень внимательно ищем. Ля сидит. Слушайте, ну это прям прототип реально хэдкраба, всеми нами любимого, известного, с Half-Life Alyx, когда мы с тобой, да, играли.
все прекрасно знают. Слушайте, ну логично, что, наверное, сюда нужно принести вот оттуда какую-то часть. Может быть, вообще по проводам пойти? М? Как вы думаете, чат? Честно, звучит, конечно, хайпово, но... Очень... Клетки? И свет горит. И провода, и схемы. Батя. Батя. А вот и он. У тебя у батька хата. Как Эйнштейн, понял, ученый, отсылка. Эй! Погоди, ты не зурк. Кто ты? На тебе мой значок. Откуда он у тебя? Тебя послал мой сын. О, Шеймус, мой умный мальчик. Я здесь один уже целую вечность. Пришел сюда, чтобы протестировать дефлюксор. Но все пошло не по плану. Как я хочу вернуться домой. Я очень скучаю по сыну. Если хочешь, можешь осмотреть дом. Но я понятия не имею, как выбраться из этого места. Так. Батёк здесь застрял. Я видел таких людей в костюмах. Они были маленькими, постоянно бегали вокруг и шумели. О да, теперь я вспомнил. Это были дети. С ними улицы казались гораздо более оживленными, несмотря на трудности, которые они приносили, взрослые, казалось, их очень любили. Док говорит, что скучает по Шеймусу. Это то же самое? Вполне возможно такое. Что это такое? Допустим. Друзья мои, спойлеры никому не интересны на канале. Вы просто располагайтесь и чильте, отдыхайте. Буду рад всем. Адекватным. Что же здесь может быть? Давай осмотримся. Вдруг найдем что-нибудь, что поможет нам выбраться отсюда. Но это же явно не радио, правильно? Пойдем на второй этаж. Не забываем, что нам нужен этот генератор, или как он там. Ну, короче, что-то, что за этот. Ну, вы поняли, откуда мы пришли. Там эти провода, вот эта вся карусель. Как же, блин. Может быть, с ним поговорить? Не знаю, вот это. Эй, осторожнее. При полном заряде он взрывает зурков, как конфетти. Для работы этой крошки требуется 1,21 гигаватта электричества. Единственный источник энергии, способный его создать, это генератор за домом. Проблема в том, что он не запускается. Наверное, перегорел предохранитель. А учитывая, что все вокруг кишит зурками, выйти наружу, чтобы его починить, для меня опасно. Я не такой быстрый, как ты. Если доберешься до генератора и заменишь предохранитель, я смогу перезарядить дефлюксор. 600 секунд до админа. Никого не надо банить пермаками, а те, кто подсказывает. Но кто совсем тупой, как
как бы, ну, сами понимаете. Да. Вы напишите правила, просто админы, ребят, напишите правила. И время от времени, как на всех других каналах крупных, просто пишите, чтобы не подсказывать, без спойлеров и так далее и тому подобное. Это все очень просто. Кто тупенький, ну, бывает. Не поможет, ну, бывает такое. Так, ну что ж, наш путь, я так понимаю, продолжится, да? Держи предохранитель, он совершенно новый. А, ну все, 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 я понял. Все, я понял, куда его втыкать, спасибо. Сейчас мы быстренько это оформим. 100%, сейчас выпрыгнут зурки. Что, прям нет? Прям мне спокойно дадут добежать. Странно. Так. Пошел процесс зарядки. Не шутя. В смысле? Ты можешь нормально этим управлять? Алло! Ёпта! Хорош. На скеле. Хорошо. Отлично, ты включил генератор. Видел, какая мощная штука этот дефлюксор? Он точно может нам, поможет нам выбраться отсюда. Погоди, возможно, я смогу установить дефлюксор на твой дрон. А ну-ка. Работало. Дефлюксор установлен на твоем модном дроне. Он не предназначен для работы от такого маленького источника питания. Если использовать его слишком часто, он может сломаться. Только помни, это не игрушка, а теперь пошли в поселок. Я возвращаюсь домой, сынок. Блин, так мило, все дела. Я так думаю, через вот эту дверь, да, наверное? Блин, а этот автомат сломан, да? Мне бы еще одну колу... Я бы еще одну колу, и можно было бы купить там какая-то штучка там есть. Ну что ж, я предлагаю, это, наверное, вторая, да, у нас серия. Давайте, раз уж мы серии записываем, сейчас сразу же запишем третью серию. А если что, ребят, стримлю сейчас на канале Hard Play. Все, удачи всем, берегите себя.